И есть о чем поговорить. Но мы же видим, что там происходит. И вот сейчас поменяется власть в Конгрессе. Ну, почти наверняка 100% можно прогнозировать, что будут новые атаки на действующего президента. Сможет ли он в этих условиях выйти на какой-то прямой диалог с Россией, я не знаю, это надо у них спрашивать. Но что меня беспокоит, вы знаете, что вы сказали про англосаксонский мир, там внутри происходят какие-то глубинные тектонические изменения. Ведь обратите внимание, Трамп победил, это очевидный факт, с этим никто как бы и не спорит. Но не хотят признавать эту победу, ведь это же неуважение к избирателям. Эту победу не хотят признавать. Делают все для того, чтобы легитимизировать действующего президента. Или в Британии. Вот Brexit прошел, никто не хочет исполнять. Ведь не признают, что результатов выборов, демократические процедуры нивелируются, они разрушаются, ценность их разрушается.